И всем привет, с вами Майоркрафт. Сегодня у нас будет Хейзи Батл Рояль. Ну и режим, правда, не Батл Рояль, а Батл. Это такой режим, где мы сражаемся за киллы. Кто больше кого убьет? Остается 60 секунд до начала. И всего лишь 7 человек. Это печально. Че это у нас тут за мажор сидит в модной кофте? Че ФКша, мистер? А? А? Да ебаться, что ли, не до кого? Нет. Да ебаться, что ли, не до кого? Да ебаться, что ли, не до кого? Художественный фильм спиздили. Эй, как? Кто тебя водить учил, чмошник? 30 секунд, нет, сейчас кончится, нет. За 30 секунд до конца забирает машину, чтобы не перезагружать систему, наверное. Ну, я не знаю, зачем еще забирать машину. Но машина исчезает. Это печально. Опа, следы. Прикольно, следы от машины. Конечно, графика в игре отпад. Правда, вы ее не увидите, ведь вы на Ютубе смотрите, а Ютуб не может передать нормальную графику. По крайней мере, я снять лучше не могу. А, да, кстати, я снимаю на PlayStation. PlayStation не мой, моего брата. И также по этой игре он снял видосик. На канале своем он уже полгода не снимал видосов, и наконец-то я уговорил его начать снова снимать. И как раз пару дней назад он выпустил видосик по этой игре. Так что давай, по ссылке в описании переходим. И также не забываем подписываться на меня тоже. И лайки ставить. Но если я этого не скажу, то никто это и не будет делать. Так, полетели, полетели. Что-то проблемы с интернетом. Надеюсь, у меня сейчас не вылетит. Вот Ростельком. Ростельком всегда был говном и остается говном. Даже с волоконными проводами там. Так, так, так. Не хочу на пустошь. Хочу в дом, дом. Да. 7 человек. 8 человек. Игра идет до 25 клов. Но вряд ли кто-то наберет. Когда будет всего лишь 8 человек. Так, у меня дробовик, снайпа и АР-15. АР-15 это говно в этой игре. Не знаю, как в жизни, но в этой игре это говно полнейшее. Так, 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 так. Я слышу стрельбу. А людей не вижу. Это печально, печально, печально. Машину слышу. Уже 9 человек, хорошо. Но пока все живы. Никто не сдох. Да топор у всех 0 киллов. Опа, первая жертва моя. Нет, кто-то уже кого-то убил. Первый килл. И мой первый килл сейчас будет. Раз. Нет, нет, давай, давай. Два. Минус броня. Три, четыре, пять. 5, 6, 7, 8. Лошок. Надо со снайпы стрелять. Аптечка. По сравнению с AR-15 у него другой темп стрельбы и более крутой прицел. Так, пацан, прощай. А, это же наш мажор! Здоров, мажор! О, привет! О, привет! Из них придет тебя скрестить. Так, нет, 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 патроны кончились! Вот я говорил, на PlayStation играю, и очень неудобно целиться. Так, подожди, я мажор залутаю, потом будем сражаться. Да блин, я тебя спас, так что мы заодно должны быть, мистер. Ну ладно, придется и вас убить. Хотя у меня брони нету. Уже ранили, нормально так. У него брони есть. Да ладно. Мажор его совсем не ранил. У него 92 хп. Вот тварь. Опа, а кто это появился прям рядом? И кому сейчас конец? Так, какого фига? Я не попадаю. Что за такое? Набору попадаю, значит, а по нему нет. Нормально. Раз, попал. У него еще броню даже не снял. Или он подобрал мою? У меня же не было брони. Как он мог ее подобрать? Кто это там спрятался, спрятался? От меня не спрячешься. Раз. Давай, давай, выходи. Перезарядимся. Да ну нафиг снайперить с этим PlayStation'ом. Возьму-ка я автомат. Это раз мне не AR-15, а КХ. Ну все, обходим, обходим. Не заметил, не заметил? Да, не заметил. Давай, давай. Ай, заметил! А, нет, не заметил. Зря гранату бросил, ну ладно. Да блин, чё ты не взорвался раньше?
вас раньше, он бы сдох. Нет, нет, нет! Ты сам не сдох. Давай, 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 давай. Опа! Какого хрен ты тоже заметил? Нет, 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 у меня гребаный УЗИ. Пожалуйста, не надо. Все, минус броня, все, ГГ. А, нет, 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 нет. Не попадешь, не попадешь. И нет, никакая снайпа. Да, хедшот. Ну вот это крыса называется. Крыса, которую я сейчас убью. Которую я сейчас крысю. Потому что я прям рядом появился. Опа, ты тоже появился здесь? Так, это не тот, который был со мной рядом. Не тот, кого я убил. Эх, хз, это тот, кого я убил или нет, но я его убил. И это хорошо. А где эта крыса? Это появился тут. Опа, а кто это тут идет? Я услышал тебя. Да, да, да. Сдохни, сдохни. Да черт такое. Лови маслину, тварь. Готов. Понятно все, мне конец. ГГ, просто ГГ. 16 хп. Без брони, без шлема. Он только появился, скорее всего. Нет, нет, нет. И еще снайпер стреляет. Это нормально? Это ненормально. А я попал с дробовика. Ну все, это ГГ. Но тут шансов не было. Текать я тоже бы не успел. Опа, наконец-то не там появился. И тут авиалут. Хорошо. Фиолетовый авиалут. Это крутой авиалут. Чё есть, чё есть. Быстрее, быстрее. Меня уже перегнали. Я был на первом месте, теперь уже на втором. Так, броня. Где броня? Где броня? Автомат у меня, по-моему, есть. Нет, у меня R15 взять. Дробовик есть. Аптечка. Чейн граната. О, вот и броня, хорошо. Еще аптечка. И там и другой лут, эпиковый. Не вот этот эпиковый, а это легендарный, наверное, или как? Короче, желтый, фиолетовый тут. Так, 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 кто, кто, кто? Где, когда? Зачем? Забор не спасет. Опа. Это ты зря, у меня вторая броня. И крутой автомат. Все. Готовчик, он уже без брони был, вот лох. Без брони тут просто смерть вступать в бой. Хотя он меня пытался скрысить, но у меня-то была целая вторая броня. Но теперь у меня... Ай, какого хрена ты там делаешь? Он же облутанный лут. Мне так-то броню надо поменять. Ну ладно, убью тебя и поменяю броню. Обходим, обходим. Так, так, 6 киллов, 6 киллов. Седьмой должен быть сейчас. Шесть киллов, хорошо. Я третье место, это плохо. Надо второе или первое. Калаш. Хорошо. Опа. Пацаны, извини, это закон природы. Не, закон Хайзета. Побеждает тот, кто убьет в спину. Прости, пацан. Прости. Таков закон. Эй, эй, не-не-не. Умри, умри, умри. Я уж думал, так глупо умру. Всю броню мне снес. Нормально. Опа, сзади стреляется... И на горе стреляется. Надо слить тех, кто сзади, а то они потом меня подстрелят. Опа, там пацана с двух сторон зажали, а сейчас зажмем с трех сторон. Ай, зачем? Гранатку брошу, и он сам сдохнет. А я убью лучше этого. Пацан, пацан, тебе кобздец. Куда? Как он мог выжить? Граната, автомат, и меня стрелять сзади, понятно. Снайперы. Извини, пацан, но это смерть. Так, 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 быстрее бежим. 8 киллов, хорошо. Второе место. И надо подлечиться. И броню раздобыть. Так, легли. Лечимся, лечимся, лечимся. Ой, какого хрена? Зачем ты тут? Зачем? Когда? Зачем? Пошел в жопу. Ну, лох ты. Лох. Даже не выстрелил. Похоже, он также не ожидал меня тут увидеть. Наверное, тоже подлечиться хотел. Хотя у него целая броня была. Была целая. У него был дробовик, он меня мог ваншотнуть. У меня не было дробовика. Опа, что я видел, что я видел? Где? Когда? Зачем? Где? Опа! Вторая броня, круто! Это чья-то броня, она поломанная чуть. Но все равно будет лучше, чем нулевая броня. Так, 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 выходим. 9 киллов, хорошо. Второе место. Еще 2 килла, и мы займем первое место.
Остается 5 минут. И меня кто-то крысит. Нет, нет. Опа-на. Здорово, модник. Давно не виделись. С самого начала, да? Готов. Прости, модник, таков закон. Стреляй с одним, тебя убьет другой. И понятно, меня сейчас убьют, похоже, да? Откуда-откуда? Так, так, я понял, сзади, сзади, сзади. Все, поздно понял, мне кобзец. Нет, ТП, все, кобза. Ну все, это было ГГ. Хотя я ему много хп снял. Был шанс, был. Опа, кто это там снайперит? Или кого он стреляет? Кого стреляем, мистер? Да блин, у меня не тот автомат, у меня не ХХ, а у меня мэйч. Он хуже, у него отдача. Ну может урон больше, я не знаю. Ну раз у меня такой автомат, надо брать вблизи. Бан, блядь! Готов. Эй, что там за бомбежка? Авиалут лутаешь, да? А тебя не учили, что надо делиться лутом, а? Не учили? Давай, давай. Апа, вылез, выжились. А ты это зря, зря. У меня так-то полное здоровье полное. Хэдшот. Ай, да чё опять крыса? Но я хотя бы того успел убить. Это уже похвально. Но как я говорил, в этой игре очень много крыс. И не стоит бояться самого крысить. Видите, в этой игре без этого просто никак. 12 киллов, хорошо, еще надо. Главного этого 15 киллов. Опа, что это за синий там? Впервые его вижу. Опа, кто-то меня зажал. Зажали. Ах ты ж тварь. Получи. Так, так, нет, нет. А, я понятно, меня с двух сторон просто зажали. Я пылился в том же месте. Это, как бы сказать, издевательство надо мной. В том же месте пылился. Мне опять между ними прям. Они меня сейчас догонять будут. Они хотят моей смерти. Они меня так не оставят. Надо бежать. Надо бежать. Я знал, они меня не оставят. Броник снесли. Плохо, плохо дела. Так, так, так. Он должен сюда идти. Я жду, жду, жду. А, вон он медленный. Ну и чё, тебе кобздец. У меня, правда, мейч, а не хх. Ну, тебе кобзда, тварь. Да, готов. Я чуть там не сдох. Блин, дробовик, дробовик. Граната. Где у меня есть гранат еще? Лови, тварь. Получи, ублюдок. Все, готов. Понятно, еще третий. Просто с трех сторон зажимают. 17 хп, это вообще плохо. Плохо. Это даже с города откуда-то меня стреляет, понятно. И здесь кто-то тоже есть. Да что ж такое? А, понятно, 22 человека в игре. Это уже не 7 человек, как в начале. У нас тут появился. Блин, у меня мэйч этот. Так, лови гранату. Так. План Б, план Б. Я ошибся, это домовая. Ну тогда план Б. Ищем, давай. Давай, ты где? Где я тебя найду? Давай. Куда ты спрятался, малыш? Давай, да. Опа. Минус. Да, я сказал минус. Пацан, все. Вот прям крутая тактика. 15-й мой килл. И, похоже, последний, ведь остается 5 секунд, и это печально, ну, ладно, второе место тоже похвально. Все, match end. Мне вот понравился матч. А вам, ребят, если понравился, то не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Как я говорил, это PlayStation моего брата, и это его аккаунт, Тоттенхэм Никита. У меня 15 киллов, 7 смертей, 1500 дамага. Второе место из 22, это нормально. Нифига себе. У меня больше всех дамага. 7 смертей и 15 киллов. Ладно, всем спасибо за просмотр и всем покедова!